Привет, друзья, с вами канал Жека, и сейчас я нахожусь в общежитии, а проще говоря, в общаге. Смоленск, здорово! И вот еще один Саня оттуда. Из Курска. Тоже народ из Курской области. Ребят, можете скинуться по 100 рублей на новый телефон. Он сейчас при мне мужика на 5 тысяч. На что? Нашел и пропуск не показал. Так, ребят, значит, берем все и подписываемся на канал Жека. Не забываем ставить комментарии и колокольчик. Обязательно. И лайки, блядь, тоже лайки. Лайки тоже. Да. Сколько не за лайки. Так, хлебушек есть. Без лайки нахер не нужны. Пока. Да? До новых встреч. Тушите хлебки, на не будет. Друзья, с вами канал Жека, и сейчас я нахожусь в общежитии, а проще говоря, в общаге. Вот мои новые друзья, вот так мы живем, кровати, всем видно. Кстати, сейчас будет маленький урок, как проносить вискарик, чтобы никто не заметил. Берете такую вот сумку, я не знаю, видно, нет, вот на какие-нибудь документы. И вот так вот. Такое вот. Это не реклама, нет. Я его даже не пробовал. Впервые взял. По цене меня устроило. Потому что здесь не особо много платят. Вот, нам, мастерикам. Поэтому, кстати, я еще взял вот такой вот колбаски. Такой крутой. Вот так думаю. Называется она фермерская. Типа краковская, но, наверное, она фермерская, полукопченая черкизово, вообще она крутая на самом деле. Черкизово, кстати, очень крутые колбасы. Вот. У меня такой есть ножик армейский, да, или какой он там, охотничий, короче. Можно это убивать, как бы это. Но мы никого сегодня не будем убивать, мы сегодня убьем вот эту бутылочку. Вот эту бутылочку красивую, такую. Вискарика. Так, что еще у нас есть, мужики? Селёдочка у нас. Ой, ложка упала, народ. Сейчас придет баба. Ложка, она моя прическая. Короче. Бля, белка моя, нахуй. Их там или не там. Короче, сегодня нам повезло. Сегодня нам повезло, нас не запалили. Поэтому на входе. Мы сегодня отдыхаем. Вот, сегодня аванс. Вот, я решил расставиться, угостить своих друзей. Вот. Потому что меня тоже часто угощали. Кстати, вот картошечку меня оставили, наварили, меня не было, они меня ждали, чтобы я покушал. Вот. Так что народ на вахте не так все и плохо. Это Саня с Курской области. Да? А ты у нас? А я у нас Гриша. Ну, откуда Гриша? Смоленск, здорово. Вот. И вот еще один Саня оттуда. Из Курска. Тоже народ из Курской области. Вот. Курская область, Воронеж, Москва. И Смоленская область. Смоленск. Мама, я знаменитый. Давайте вот сюда ты присядешь, пожалуйста. Тебя не видно вообще. Вот сюда присядешь. Да мне нельзя, я просто. Ну присядь, я посмечился все равно. Вот сюда присаживайся. А то на другую акцию заберут по твоему видео. Ладно, что? Ладно, короче, это кино, это все хорошо, надо бухать. Это моя большая кружка. Я тебе говорю, надо было водку брать. Нет, две. Так, достань там еще. Было бы весело. Достань еще две. О, что-то нормально снимаешь. Снимаешь, не? Конечно. Сань, там с твоей стороны. Емко идет. Себе. Друзья, я взял новый телефон, я не говорил, вернее, я вам говорил, это Honor 20 Pro, поэтому я еще, когда снимал видео, я не очень разобрался с экспозицией, как ее правильно настраивать, поэтому извиняюсь, если где-то будет свет немножко отличаться, где-то ярче, где-то темнее, но я думаю, вы мне это простите. Так, ребят, значит, берем все и подписываемся на канал Жека, не забываем ставить комментарии и колокольчик. Обязательно. И лайки, блядь, тоже лайки. Лайки тоже. Да. Сколько не за лайки. Так, хлебушек есть. Без лайки нахер не нужны. Такой. Этот я оставлю на потом. Ну, вон батон есть. А, ну смотри, есть еще такой. Ну, батон есть. Так, есть такой.
Народ, вот сегодня такой стаканчик купил крутой. Так, Дима, двигайся. Ой, Шурик, блин, это Тиньков себя хотел назвать. Сука, так попросил же, достань нас. Дизлайк, ходячий. А ты куда ушел? Садись, садись сюда, к нам. Нам на всех хватит места, или нет? Не хватит. Как будто он надо или там, или вот здесь. Давай, садись сюда. Потому что я главный герой. Да, главный герой. Аминь. Так, друзья, ты что, это, колы есть, вон. Да сушняк, сушняк. Так, короче, друзья, мы сегодня отмечаем, обмываем наш первый аванс. Первый аванс. Да. Ну, не будем говорить по сколько. Хрустим. Он уже сказал. Да? Уже сказал. Первые съемки. Так. Мне это, я не буду сколько разговаривать. Куда тебе, где стаканчик? Вот это. Харух, Харух, это поливаешь. Тебе не сюда? Да. Слышь, тебе немного будет. Тебе второй этаж все лезть. Лифта нет, уедет от всех. Друзья, и про себя тоже забывать не надо. Свечу, да? На первый этаж. Бутылка, конечно, маленькая, но... А, много не надо, не надо. Намного не надо. Там еще розетки есть. Так, давайте, давайте... Шурик, давай тост скажи какой-нибудь веселый такой. За что будет? Это у нас человек самый такой разговорчивый, самый веселый. Блядь, раздавай, раздавай. У нас полчаса есть. Так, поднимай. Давайте, берите. Да? Тогда, ладно, да. Давайте за первый аванс, чтоб давали аванс почаще, не кидали на работе. И вовремя. И, ребят, не забываем подписываться. Да, и ставить лайки, комментарии. Кстати, у меня будет ссылочка, короче, не ссылочка, а у меня под видео будут указаны номера моих электронных кошельков и донат. Вы можете также задонатить немножко на развитие канала, ну, на пряники к чаю, например. Также можете на номера электронных кошельков там денежку тоже кинуть. Но это если вы, конечно, пожелаете. Мне будет очень приятно, я тогда для вас еще больше буду видео снимать. Он будет снимать, как он уже будет тратить. Да. Давай за это. Ты прям точку сказал. Самогонка воняет? Нет. Да? Нормально? Холёный. Холёный, да? Почему? А ты где брал? Я в этом, в Пакее. Окей, паленый, да? Чё-то он совсем какой-то. Паленый? Да не, мы в КБ его брали, знаешь, мы это, по две бутылки. Ну, этот ящик такой, две бутылки. Ну, ребят, не забываем закусывать. А то кому-то еще на второй этаж подниматься без лифта. Да не, мужики нормальные, кстати, искали-то. Ну, вроде бы как. Ну, ребята, можно сказать одно. Не часто я пил искарик. Ну, передайте проезд. Дядя Саша выпьет, расскажет вам анекдот. Он дядя Саша. Вот так вот мы, народ, сидим, живем, отдыхаем. Давайте, ругаемся и миримся. Разное бывает. Ну, с тобой ругаться опасно. Ну, думаю, сами... С тобой, знаешь, тоже не хочется. Потому что Шуриком мы не ругаемся. Шуриком мы дружим всегда. Ну что, Саня, расскажи анекдот-то. Фирменный. А что, бля, анекдоты знаю? Ну ты сейчас ты рассказывай. Что, да, я добью, чтобы палева не было. Да подожди, только что выпил. Не спеши. Паева идет. Кто? Это главное там, если не дай бог. Да не зайдет. Вон, Равиль, не наливай пока. Равиль, защелкай, пожалуйста, дверь, а? Ну, отключка. У нас, ребята, есть фейс-контроль. Да, а Равиль к нам не идет. Он не хочет в кадр попадать. Я, говорит, сегодня фотогеничен. Я нашел новую маску. Не только у тебя сегодня праздник. Расскажи про работу. Так, да, тоже идем. Как себе рабочий день прошел? У меня самый охуенный. Ну кушайте колбаску, что она лежит. Кушайте. У тебя пока дня не было, картошка же кушала нормально. Кстати, картошку, да. Я картошку, наоборот, тоже потом оценил. Сейчас как раз ей захочется. Да, сейчас успеть покурить. У нас, ребята, можно курить. Давай, сейчас он час и все закрывается, калитки все. Похуй, я сказал, что пойду курить. А, да, сейчас лохтёшь. На каналчик, опа, Жека, ага. Где они курят? В туалете, штраф, 2000. Ты слышишь, что я выкладываю, когда мы все смеемся отсюда.
Не, ну конечно, не сейчас. И вампирша, оставь этот, короче. Я может где-то через... Что мы в комнате делали? Не, а у меня такое уже есть. Ты подпишешься на мой канал. Я его другой вообще не снимаю. Ладно, сначала могилу ему дай. Да. А то у меня это золотая могила. Да послушай. За 100 рублей. А, ты хочешь научиться снимать тоже? Нет, я хочу свой вернуть. А-а-а. Который раздавил. Ну здесь уже мы тебе никак помочь не можем. Да, да, да. Вот запрос. Ребят, можете скинуться по 100 рублей на новый телефон. Не новый, конечно, но можно было найти. Нормальный. Он будет доволен. Снимать будет видео, как он будет покупать, как он будет вас всем благодарить. Так-то время к нам должен прийти сейчас еще один наш товарищ. Давай, пойдем. Ну вот. Что-то он задерживается. Вон 12. Он мне любитель этого ютуба, кажется. А откуда он едет? Из Домодедовска? Да. Откуда? Из Домодедовска. Так он вроде здесь недалеко. Нет, через станцию. Ага. Дверь закрыта, не очкуй. Я уже все, ну у меня пиздец. Уже на панику прикололо. Ну, бля, не хочется как-то без зарплаты штраф уже. Придется еще просить один вопрос. Это, по-моему, просто так, повешено, для испуга. Бля, тут все пугают. Да, снялась. Тут, друзья, вот мы ее прикончили. Вот эту вот бутылочку. Да? Не часто бывает, но бывает. Есть какой-нибудь заныкать ее подальше, а? Вот, поставить все. Ага, значит, я вчера сколько здесь? Ты арсенал мой чаш не пил? Чего за бутылка? Я, блядь, сегодня зашел, блядь, с утра охуенно. Я думал, блядь, хоть спрячут нам. Я две выпил. Две выпил, он говорит, давай еще одну. Шурик, расскажи это вообще, как у вас, ну, в городе. Твоя первая же вахта, да? Нет. Нет, а какая? Сбился. Да, много вахт у меня здесь было. И кидали. И как тебе здесь? Вообще нравится? Ну, здесь пойдет что. Не самое херовое место. Было хуже, когда жили вагончики, вот это вот было хуже. Нормально. Нормально? Вау. Народ, мне тоже нормально. Когда-нибудь я буду настоящим блогером, который не будет на вас. Ты хоть расскажи, что мы не строители. Да, потому что мы еще на трубе. Работаем, ребят, в магазинах Литуаль, парфюмерия. Ответственность за сохранность парфюмерной продукции. Да, приезжайте, будет скидка. Промокод Джейк. Когда здесь будет, да? Скидка 50%. Давайте это поднимем, как это. Не допустим летал. Промокод Джейк. Ладно. Быть добру, да? Открываем. Я хотел помочь, сейчас пить. Да, сегодня у нас был тяжелый трудовой день. О, как? У меня тяжелый. Ну, не знаю, сколько народу. У меня сегодня такая проходимость. Знаете, как охуенно на кровати прошел день. Туда дальше передавай. О, а, что ну, пиздец уже прикончил. Я уже запиваю, я даже наливаю. 5 минут, хотя бы сразу запью. Давай, чего снимать, пойдем курить. Так что, друзья, не, лучше, кстати, там... Ты его с собой возьми? Не, я не хочу, ты что, нас выебут, а то, что мы здесь снимаем, нельзя. А есть где-то значок съемка запрещена? Да здесь нельзя, наш штраф ебаный. Да, ну не. Хуяли. Да нет. Ты ж, блядь, не в армии, где нельзя ни фоткаться, ни хуя. Угу. Он сейчас при мне мужика на 5000 нахуй. За что? Нашел пропуск, не показал. У него он просроченный уже на один. А ты сделал-то себе новый? Да, ему на 5000 ебаный, все. Из-за того, что он прошел, короче, у него вчера он закончился, а он сегодня зашел и не сказал об этом. Побежали за ним, нахуй. Короче, на пятеро народ сегодня, мужичка одного. Штраф то, что он прошел, у нас пропуска почислен. Ну, да, там, да, например, вот сегодня 31-го, ну, возьми, покажи, у него до 30-го. Я без ебал пропуску. Надо молоки. Да ладно, забей, я уже понял. Нет, я думаю, вы так поняли, что-то за пропуска такие бумажки. О, не буду я. Ладно, ребят, все, скажи, хорошо, мы будем брать назад. Да. Пойдем курить и бутылку сейчас. Так, все скажем напоследок, подожди. Друзья, подписывайтесь на канал Жека. Скажи лучше, ты у тебя как бы уж получается. Мешок. Да. Ребят, могу сказать одно. Кто не подпишет, тот хуй, блядь.
Подписывайтесь на канал Жека, ставьте лайки, комментарии, делайте репосты. Также есть ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме. Теперь в ТикТоке я открыл свой аккаунт. Поэтому, друзья, подписываемся, не жадничаем. На лайки, на комментарии. Ваша доброта вам вернется вдвойне, нет, даже втройне. Вот. Спасибо. Пока, да? До новых встреч. Тушите свет, кино не будет.